Сегодня в Новоогареве Владимир Путин встретился с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Именно эта встреча, по словам российского лидера, положит начало перекрестных годов России и Греции. Путин заявил, что на этот период запланировано 37 мероприятий, как культурных, так и делового характера, в том числе греческие выставки в Эрмитаже и в историческом музее, а также участие делегаций обеих стран в круглом столе на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что Греция воспринимается в России как дружественная страна, с которой налажены тесные исторические связи. Очень рад нашему личному знакомству. В рамках этого визита у нас есть замечательная возможность объявить с вами об открытии года России в Греции и года Греции в России. Уважаемый господин президент, мы очень рады принимать в Москве главу греческого государства, дружественной нам стороны, с которой нас связывают уникальные исторические связи. Я бы хотел передать от имени греческого народа, правительства и всех демократических сил Греции, что мы считаем очень важным вклад России в сегодняшнее событие в мире, связанное не столько с экономикой, сколько с вызовами всему человечеству. Я надеюсь, что в течение этого года у нас будет возможность вас принять в Афинах. Спасибо. В конце встречи греческий лидер подчеркнул, что разногласия, которые существуют между Россией и Европейским Союзом, могут быть решены. По его словам, на мировом уровне сейчас есть гораздо более значимые проблемы, которые необходимо решать сообща.